Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим в состояние критическое. Пьеху обкололи препаратами перед выходом на сцену. Шоу «Маска» близится к завершению. Стас Пьеха выбыл, не дойдя до финала. Стас Пьеха выступал на шоу «Маска» на телеканале НТВ в образе неваляшки. В воскресенье артиста рассекретили, и он покинул передачу. Певец признался, что в последние дни участие в шоу «Маска» далось ему особенно тяжело. Он не смог замаскировать свой голос из-за обострившихся недугов. Состояние было критическим. Благодаря своему профессионализму Стас Пьеха смог до конца отработать номер, но членам жюри было понятно, что артисту плохо. Последнюю песню артист пел своим собственным голосом. В своем Instagram Стас Пьеха признался, что для облегчения состояния врачи кололи ему гормоны. Астма обострилась у него из-за весенней аллергии. «У меня была аллергическая астма, отеки, и эту песню я смог одолеть только со второго раза. Было слишком очевидно, что это я», – рассказал Стас Пьеха. Артист признался, что завершение участия в передаче стало для него избавлением, так как ему стало слишком тяжело петь. Он был готов к тому, что его разоблачат. Стас Пьеха рассказал, что не смог до конца реализовать задуманный образ. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.